Привет, друзья, Шумири, с вами Глуфери, и сегодня у нас вместе с вами будет очередное видео с магнитом. Как вы видите, сегодня мы не на каком-то болоте, не на каком-то озере. Сегодня мы вместе с вами попробуем обчистить фонтаны в Гомельском парке. Первый фонтан, который мы нашли, это с вот таким вот чувачком, тут выплескивается вода. Короче, сейчас попробуем, забрасывать не будем, просто положим и будем ходить вокруг. Сейчас нужно замерить глубину. Вот, я положил. А теперь вот так вот можно идти. О, там была какая-то прикольная штучка, я за нее зацепился. Наверное, труба. И еще одна. Кстати, посмотрите, какая тут глубина. Все. А дальше больше? А, нет, она везде такая маленькая. Смотрите, я когда вытягиваю, то что-то черное. Типа пыль черная. Ладно, давайте посмотрим, какой улов. Опа! Он все-таки есть, мы только-только начали, еще одну третью прошли, а у нас уже 5, это 20 и 20. Суть нашей рыбалки посмотреть, сколько я смогу вытянуть монеток на аттракционы. Оп. А, это ступенька наверх. Тут можно попробовать сделать первый небольшой заброс, вот так вот вдаль. Раз, два. Вот так, не сильно далеко. Тянем. Ступенька. А, не вижу, что там. Посмотрим потом, когда уже будем уходить от этого фонтана. Давайте пройдемся по полметра. Полметра это будет примерно... Не, ну по полу это слишком много. Вот, через две такие штуки будем кидать. В этот раз мы кидаем здесь. Оп, труба. Не ступенька, а именно труба. Прям примагнитилась. Так, следующее. На две отступаем. И вот здесь... Тянем. Оп, опять труба. Она, наверное, вот оттуда вот так вот идет и к фонтану. Ладно, я думаю, возле фонтана нет смысла, потому что тут будут только трубы. Давайте обойдем фонтан и начнем вот отсюда. И посмотрим потом. Так, идем еще дальше. О, кстати, там под этим чувачком есть еще ступеньки. Вон, видите, там прям видно. Вот так вот, оп. Это с правой стороны от ступеньки. А можно на саму закинуть. Вот, смотрите. Сейчас закину, и будет магнит блестеть. О, видите? Почти что по самому верху тяну. Оп, упал. Так, тут ступенька или что? А, да, тут ступенька. Я думал, это труба, и меня по трубе потянуло. Смотрите, что мы вытянули. Сейчас я вспомню, какие были. Так, мы вытянули единичку, двоечку, десятку, пятидесятку, двадцатку, двойку, рубль. И еще одну двадцатку. Короче, суммарно, наверное, рубля 2 мы сейчас вытянули. А вообще, если в общей сумме, то, наверное, 2,50. Раз, два. Чего ты вдаль туда не кидаешь? Да зачем в самую-самую даль? В самую-самую даль никто и так не кидает. И? По-моему, добавилась десятка. Не знаю точно, нужно будет потом пересчитать. Смотри! Вот, вот лежит, смотри, прям здесь. Я вот так вот беру, как краном. Чик. Вот она. Вот эта двоечка. Она так блестела, капец. Ну все, с этим фонтаном мы завершили. С него мы насобирали, ну я думаю, 2,5 рубля. Это супер, у нас их еще, наверное, 2, да? Да, еще 2 фонтана осталось. Так можно насобирать... На какой-нибудь крутой аттракцион. Вот самый-самый дорогой. Это за 6 или за 7 рублей вот эти вот самолетики новые, которые поставили в позапрошлом году. Небольшая остановочка. Пока мы отдыхаем, можно подсчитать монетки. Рубль. Ладно, маленькие на потом. Их будет сложно сейчас считать. 1,5 рубля. Короче, получается 2,50, 2,60, 2,65. Супер. Итак, друзья, только-только пришли, тут мне нравится побольше, тут вода такая прозрачная, тут все видно. Вот я вижу, лежит монетка. Вот тут, походу. Идем дальше. Вот тут что-то блестит. Вот тут. О, вот еще. Вот здесь. Оп. Все, есть. Дальше какая-то штучка. Мне кажется, с таким успехом я насобираю даже на 2 аттракциона. О, вот лежит какая-то штучка прикольная. Давайте-ка ее попробуем. Вот, смотрите.
О, что это? Сейчас раскачаю. Вот, вот, смотрите. Оп, наверное, что-то пластиковое. Или не пластиковое. Я не могу попасть. А, это вообще камень. Ладно, продолжаем. О, вон там что-то. Вон, вон там вот как будто бы монетка. Тут можно уже и кинуть даже. Смотрите. Тянем, тянем. Прицепилась? Нет? Блин, не знаю. Давайте в эту сторону. Вот тут есть монетка. Или не монетка. И вот тут. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ай, не дотянул. Ну ладно, там не монетка, там, по-моему, просто листья. Подтягиваем. А, нет, вот еще лежит. Итак, ну а после сверхдлинного заброса можно и посмотреть, что мы там навытягивали. Мы уже почти целый круг обошли. Опа! Тут вообще капец. Смотрите, 50, рубль, 2, 50, 50, 20. Вот тут примерно рублей 5. 2, 1, вот сейчас уже 4. Да, я думаю, 5 рублей будет, а мы еще до конца не дошли. О, вот, вот монетка, смотрите. Вот, вот сейчас прям видно хорошо, она как будто новая, вот. Сейчас посмотрим, что это была, пятерочка или двоечка. Это была, а я не знаю, тут две новые монетки. Тут вот и двойка, и пятерка сразу. Или вот эта двойка. Ну, короче, что-то от 2 до 5. Сейчас попробую немножко покидать вдаль, посмотрим. Может быть, будет что-нибудь еще. Может, под фонтанами не видно блики. Параллельно я выискиваю еще что-нибудь. Мало ли я что-то упустил. Опа! Вытянул бортом пятерку. Во, видите? На бок прилипла. Она еще вместе с грязью какой-то. Все основные ключевые монетки я вытянул еще в самом начале, точечными ударами. По-моему, вытянулось еще что-то. Вот, по-моему, десяточка. Или вот эта пятерка. И последний заброс, и мы завершаем круг. Итак, ну а теперь давайте вытянем оставшиеся монетки, которые мы нашли еще в прошлом забросе. Кстати, смотрите, что я обнаружил. Вот эта штучка на браслете. Она тоже металлическая. Я думал, она пластиковая и покрашена. Рубль. 2. 3. Это капец. 4. 16, 10. Ну, короче, 16,5, я думаю, будет. Это чуть больше $5. Смотрите, ребята, несу целую жменю. Я как Буратино. Сейчас пойдем посмотрим, на сколько аттракционов это хватит. Дима стремается, боится уже, идет такой зашуганный. Боится, что с аттракциона вывалится. Но это ничего страшного, просто он еще не пробовал. Если так смотреть, если с Димой, то нам вместе с ним хватит на микс. И мне одному на воздушные горки. Но я думаю, мама Диме на воздушные горки закинет, поэтому идем покупать. 2 на микс. И вот, друзья, получается, просто покидав магнит, я вытянул себе на 3 аттракциона. И осталось еще лишнее на какой-нибудь квас, не знаю. Но Дима себе вместо аттракциона выбрал хот-дог. Не зря все-таки собирал. Блин, ну за микрофон страшно, конечно. Все, поставил, супер. Все, всем пока. Блин, я не могу держать микрофон. Меня больше всего вверх головой держало. Что я скажу? Это капец. У тебя не лежит ничего в карманах? Да, вот так вот. И вот так вот в стеночку упирайся, и все будет супер. Смотрите на Диме на лицо! И вот, друзья, теперь вы знаете, как правильно ходить на аттракционы. Раньше я ходил на аттракционы, и моими спонсорами были родители, но сейчас мне стало интересно, сколько аттракционов смогу вывести я. Как вы видели, я порыбачил, намагнитил около 16 рублей, и мы с Димой накатались. Нам очень понравилось, особенно Диме на миксе. Дима там ездил вот так. Первый раз мы заезжаем, он еще улыбится, потом спускаемся вниз. И все. Короче, друзья, как вы увидели, это рабочая схема. Поэтому, если кому надо, могу одолжить магнит в аренду. Ну, это мы, пожалуй, закончим. Давайте подписываться на канал. Обязательно ставьте лайки под видосом, чтобы мы знали, что вам нравится видосы с магнитом. Всем пока. О, Илон Маск на Тесле.